Он же срывает, короче. Так, сдавай, короче, вот создаем нового перса. Ну давай этот, короче, блин. Начать игру. Так, путешествие по побережью кальмаров. Это у нас первая миссия, так понимаю. The village is burning. No doubt this is the work of the evil arch-Illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. Ага, ну ладно, давайте, погнали, короче. Типа я, короче, должен на протяжении всей игры, типа, спасать жителей, короче, я так понимаю. Ну погнали, короче, потому что я не понял сюжета игры Minecraft Dungeons, короче. Никогда не используйте рывок, иначе он будет бесконечный наверняка, или я не знаю. Так, давай, блин, вот, короче, у нас, короче, два изумруда. Кстати, реально. Ну почему, короче, вот я не могу, короче, оглушать зомбиков, если я вот так рыбок, короче, делаю. Ну круто ж, реально. Ну так. Так, стреляйте в скелета. Нет, используйте. Стреляйте в скелета. Запас стрел ограничен, расходуйте их с умом. РТшку. Короче, а типа просто, короче, стрельнуть, ну я жажал, короче, ощущать. Если прям реально так с умом расходовать, ну тогда ладно. А типа вот только вот этих на вышечках, короче, вот мне нужно именно уже сумму, короче, валить, короче. Да, прыгай. Давай, на тебе, чувак. Блин, ну короче, сейчас прям полный хард. Я сейчас без ничего, кроме так бесконечных, неограниченных стрел, короче. О, блин, стрелы, короче, давай. Погнали, короче, все. Погнали, погнали. Так, давай я пока что, короче, похилюсь. Давай. Так, короче. Вот так, вот так. Давай вот так лишний. Так. Тебя могу посылить. Ах ты говнюк, как ты телепортируешься? Я тоже хочу научиться телепортироваться, блин. О, я левел поднял. Наложение чар. С каждым новым уровнем вы получите балл наложения чар, который можно использовать для улучшения предметов, открыть инвентарь, чтобы попробовать. А сейчас. Так, на верхнюю вот эту кнопочку. Так, короче, я вижу, что у меня... Выберите чар. Для каждого предмета можно выбрать случайный чар. Выберите сейчас, нажав на Y. Ладно, давай, короче. Давай, блин, короче, вот боевой цикл. Вот, я думаю, вот так. Давай, короче. Вот это, типа, вот у них, короче, три стадии, да? Типа, вот, короче, первая, она чуть-чуть улучшает. Потом, типа, вот, короче, блин. Так. Первая стрела редкая. Вот там три какая-то там горочка. И это типа урон добавляет при стрелу в вашем колчан стрела взрывается при ударе. Выбрать. Пира стрела. Такс. Экипируйте артефакт. Выберите стрелу с фейерверком в категории артефакт, чтоб их снарядить. Так, ладно, давай вот так, короче. Используйте артефакт, добавленный в снаряжение артефакт можно использовать любовью. На X, Y и, короче, B. Ладно, короче, погнали. Чувак. А это, я так понимаю, так, короче. А, ну я могу как-то попробовать, короче. О, я понял, как рыбок. Ё-моё, давай, короче.
Вау, так хрена. С рывком можно везде пройти. Щит. Пацан, пацан, пацан. Уху-ху, щищ. Я знаю уже. И потом буду юзать. Да ну ладно, короче, сейчас буду юзать. Он говорит, что это уже, короче, конец, блин. Yes, нафиг, победа! But don't fret, they're still out there somewhere waiting for a hero to find them. А я должен по-прежнему искать всех жителей. Так, ладно, короче, давай. Отлично, давай, короче. А сундук на А, чтобы продолжить? Давай, короче. О! Крутая, похоже, удочка, редкая, вообще крутяк. Удочка надежный спутник каждого искателя приключений, пригодится не только на рыбалке. Новая функция. Может и палетов. Будем начать делать поблизости замеченные мужики налетов. Они могут появиться в ранее выполненной миссии за голову каждого вожака налета. Назначена награда. Одолейте их, чтобы получить дополнительные вознаграждения. Ага, вот я, короче, понял, что это за говно. Фищ, а почему у меня все получено, нафиг, жесть? Я хочу эту награду. Да, ну нафиг, короче, щищ. Так здесь типа много, короче, чего есть, да? Да, нафиг, короче, лисица есть. Как это награда? Платная награда. Рыцарь и изумруды 500 штучек. 500 штучек. Что это еще за ворон, короче? Это VIP-фигня. Наблюдатели за облаками. Исцеляющий дождь. Боевые выпады. Кузнец, ё-моё. Ловкач, как это говно. Это еще что за говно, короче? Добытчик металла, нафиг. Каменный мини-монстр, ё-моё. Щищ, где мне это выбрать? Ага, это, короче, карта. А не только карты можно, я так понимаю. Так, это кто за углом? Ай, больно! На тебе из лука, короче, здесь. А, это типа, что я, короче, почему он... Откуда у него грудак на шипы? Какие-то супер зачарованные шипы. Какие-то шипы, блин, нафиг, короче, 5 там. Или шипы 3, короче. Максимальные шипы у него. Как это, куртка? Короче, планская. А на ней шпы максимального уровня. Я так понимаю, короче, да? Ну, блин, капец же. Ну, это жесть, короче. Ну, если так много урона. Ага, короче, это мой домик. Я так понимаю, Minecraft Dungeons, это еще шейдерный Minecraft. И то нет, первого лица. А к чему здесь палатка, даже порванная? Зачем мне это говно? Типа как-то этот, короче, боевые циклы, ё-моё. Бамс! Блин. Я могу булькаться здесь в бассейне. Ух, да ну нафиг, короче. Я куда-то не туда пошёл. Если мобы, они здесь не тупые, конечно же. Если да, нафиг. Он должен тупо упасть. Все хорошо. Так, короче, ну погнали.
Нет, это вообще что-то не то, короче, ну, погнали. Это вообще что вообще? Это еще что за вообще, короче, проходочка? А, короче, это, блин, нафиг шахта, жесть, блин. Это то самое говнище, блин. Ух, щищ, косули. Ну, если будет куча комментов, буду их просто овцами называть, ё-моё. Они еще чуть двигаются, блин, реально чуть. Ну это просто декор был, блин. Так они вообще жесть, короче, ходили бы. Так, короче, что мне на это указывает? Выбор миссий. Что мне выбирать? Побережье кальмаров. Ага, короче, нет, я потом, можно я потом, короче, миссию пройду? Что здесь нафиг, жесть? Это, короче, блин, погнали тут. Башня. Башня изменится через 4 дня, 16. Текущий этаж, нулевой, правило башни из мобов не будет добычи, но на каждом этаже имеется призовой предмет для автор башни. За прохождение башни у вас текущий герой получит один предмет высокого уровня. Мне нужно пройти башню! Yes. Град зависит от того, насколько вы высоко подниметесь по башне. Награда включает в себя эксклюзивы ежедневно. Так, погнали, ладно. Давай, короче. А что это за башня? Погнали, короче. Я бы хотел полностью, короче, пройти эту башню. Ага, у меня, короче, стрел как обычно. Карта имеется. Ну так, давай, блин. Да шлака. Даже первого сдаст 21. Я так обосрался же. Что за фигня? Ух, почему они вообще такие жесткие, короче? Это издевательство, блин, щищ, издевательство. С моими парнями. Не-не-не-не-не. Отвали, чувак! Да так нечестно! Нет! Отвали! Он говно бесит! Да ты задолбал! Мне нужно откинуться! Ура, нафиг, жесть! Чуть не облажался. Все, теперь ты вообще, короче, сбохнешь там. Чувакус. Ты говно. На. Пим. Динамики. Отлично. Круглый динамит, конечно, странненько для Майнкрафта. Он уже круглый. Ну или овальный. Теперь. Интересно, что делает? Ну что-то типа круглый. Один на эти, короче. Да. Так, превосходная пшеница призывает лаву, которая помогает в бою. Ё-моё! Щищ! Урон призыва 15. 30 урона. Так. Ящики ули. Я не знаю. Это артефакт, короче. Блин, доспехи охотника, они какашечные. Я там давай попрошу. А, блин, щищи мы. Ага, короче. Вот что это за фигня, короче. Ага, вот что это, короче, за говно, щищи. Тоже артефакт, я думал, он будет. Всадник скелет. А чего он всадник? Динамит Варс, пацан. Пацан,
могу ух с каждого. Да. Давай. Матери. Не, не буду выиграть. Я не хорошо, что он меня убивает. А, так какие-то слабые солдаты скидывают, что? Отлично, очистил, короче, та же. Yes. Овцы, ё-моё. Как-то меня рассадкану нафиг. Рукавицы, щищ. Хотя звучит кринжово. Давай, короче, а нет, нужно что-то мощное, блин. Уже этот топор жесткий, короче, нет, это уже артефакт. Так, ладно, давай, блин, все. Вот так. Да, ну нафиг, короче. Щит, блин. О, подожди. Ребятки, я крафт с этим шилом. Да ладно, хорошо. Потому что это мы самые любимые. Зачем он меня приглашает? Я же уже в Майнкрафте, блин. Щищ! Зомби! Я не дам убить этого какого-то чувака. Возьми себе горшочек вари, насыпь туда амфиска. А-а-а! Братан! Нет! Нет! Фух, блин, короче, смотрите, это моя база. Моя шахта тут. Ну, а вы... Открыть люк, не сломав кровать, невозможно. Да, ну да. Об этом я не подумал, конечно. Ну, щищ, блин. Вот потом я это исправлю. Я думаю. Или нет, е-мое. Ладно, вот, короче, смотрите. Вот, короче, сейчас я вот сюда, короче, вот чуть-чуть, короче, вставлю. Так, погнали, короче, все. Беру уголь. Сюда вставляю 16 угля. Так, давай, короче, вот. И сюда вот, короче. Этого... Короче, чуть-чуть говядины, короче. Ну это вообще, короче, жесть полнейшая. Я еще здесь, короче, могу так. О, это, короче, самый главный чувак, который играет на этом мире, короче. Потому что он сам же его и создал, блин. Потом, может быть, он вот, короче, на выживание сделал дома каждому. Ну или нет. Точно, короче. Все, короче. Может быть, кто-то, короче, все вышел уже, короче. Это у нас, короче, с пацанами шахта, короче. В шахте можно добывать ресурсы. Ну, а те же самые ресурсы, вот, короче. Вот, короче, приходится и отдавать этому челу, короче. Ну, типа, то, что это его мир, ему же и ресурсы. Прут моба, блин. Да у него столько мобов, щищок. Оу, щит. Чё, как ты сражаешься, блин? Куча вплув. А давай, короче, освещаю, чувак. Чувак. Я осветил эту зону, короче. Так, ну ладно, я, короче, вот пока что пойду вот так, короче. Погнали. Да, ну нафиг, короче. Оу, щит! Да, ну нафиг, короче. О, у меня, короче, есть это, короче. О, давай, короче, железка. Моё, железо. Так, погнали, короче.
Вот, ну, короче, они туда складывают только хлам, короче. Поэтому добываешь, что хочешь, короче, теперь вот в этой шахте, вот, короче. Сюда все равно можно сложить, короче, хлам, а типа вот ни хлам не надо, короче, сюда складывать. Ну, или можно складывать то, что для себя уже, типа, короче, хлам, и все. Вот так, типа, просто, вот так, короче, все, и жесть нафиг, имба. Вот так прям вообще, короче, идеально нафиг. Ух, жесть, да нафиг, короче. Чищ. Здесь, короче, вот, я думаю, вот все, короче, вот сюда вот специально, короче, типа за ресурсами, вот, короче, спускаться, вот, короче, в эту шахту, вот, короче. Потом же то нафиг умеют. Вот идут, вот добывать себе, короче, ресурсов всяких. Короче, и вот и я решил спуститься в эту шахту, короче. Для того, чтобы взять, короче, себе ресурсов. Это для чего еще, блин, нет, да вообще, там, да нафиг. Да, короче, жесть, короче. Да, ну нафиг, короче, щищ. Так, знаете, короче. Почти как скример, ё-моё. Да ну нафиг, ё-моё. Ух, да нафиг, короче, блин. Ух, щищ, пацан, у вас кого-то из компании удалили. Вашей, короче, теперь на чуть-чуточку игроков будет меньше. Ух. Да, ну у нас все готово. Это мой фатал блоу. Щит, блин, да, ну нафиг, короче. Давай, все, теперь это, короче, блин, железка. Так, погнали, короче, давай, нафиг. Больше железка, короче, нужно добыть себе, вот, короче. Так, погнали, короче, вот кирка вот не сломалась. Все, давай, вот так уже, короче, все. Отлично, так, спогнали, вот, все, уже, теперь, короче, все. Мне уже стоит не по себе, одному в этой шахте, короче. И будто так и будут переть, блин, эти мобы вообще, вот, так, короче. Почему мы убиваем топором? Вот потому что, короче, вообще несравнимый урон. 5,5 урон. У каждого оружия, короче, по 5 урона, блин. Да ну нафиг, короче. Ну это вообще все, короче. Жопа, блин. Да ну нафиг, короче, щищ. Это вообще жесть, короче, капец полный нафиг. Вот блин. Вот, блин. Вот, ну, короче. Щищ. Ребятки, вот, короче, что самое худшее в Майнкрафте? Вот, это вот, короче, когда вообще, короче, блин, вот нет ничего, блин, короче, из кирки. Типа вот, вот, короче, нафиг. Жесть. Вот, вот, ну, типа, вот, блин, вот, короче. Кончается кирка, камень. Ломать именно камень, ё-мой. Да, нафиг. Ух, ес. Чищ. Короче, вот сейчас я вас познакомлю со всеми игроками, короче, этого мира, короче. Вот этот игрок, короче, он что-то делает, блин. Чувак, что это? Так, ладно, давай, короче, все, блин. Вот, ну давай, блин, короче, вот.
Короче, я здесь добыл меди чуть-чуть, короче. Кому нужна медь, пацаны, короче, вот, блин, берите отсюда меч, короче. Короче, какой-то Поки здесь, короче, самый крутой игрок. Нет, я бы не сказал, что самый крутой, вот. Ну, блин, мышка, короче. Вот. Самый главный игрок в этом мире, вот, короче. И вот каждый решил бы построить свою хату. Здесь везде бегают косули нафиг какие-то, короче. Здесь, конечно, крышево, что здесь, короче, косуль бегает. Короче, вот это вот моя база. Вот, здесь вообще творится полная жопа, вот, короче. Вот это, кстати, вот, короче. Это вот мой, короче, дом. То есть это моя база, короче. Короче, потому что я здесь сижу, засиживаюсь в базе, короче, вообще, блин. То есть на базе, короче, вот своей вот. Значит, это моя база, уже все знают. Ну, короче, блин, довольно уютно, но хоть потолка нету. Короче, нафиг. Я здесь довольно неплохой чувак. Вот, ну, короче. У меня есть ресурсы. Вот, короче. Короче. Хоть у меня и подворовывают чуть-чуть железка, но это вообще ничего. То, что игрок сделал шахту. А она не для одного его. Это, то есть, не только его, короче, шахточка, а для всех игроков, короче. Ну и блин. Вот, ну и блин, мышка, короче. Кстати, вот, короче, блин, нафиг. Этот чувак, он реально прям такой прикольный. Мне здесь давали алмазы. Типа, чтобы я был в броне, короче. Ну, блин, мышка, капец. Здесь еще все в броне алмазной, блин, чищ. Ну, вот это вообще, короче, обидно. Что здесь единственный лошок, блин. Вот, короче. Да, это вообще, короче, блин, хоть кринж полный, вот, короче. Я здесь самый лошарочевый чувак, конечно. Конечно, обидно, что я здесь самый лоховской чувак. А ничего не поделаешь, короче. Придется только вот так, короче, мне продвигаться. Кстати, вот, короче. Мне то есть дали вот так, чтобы у меня, короче, все самое главное, типа, вот, короче, блин. Вот, короче, блин, было. Ну и вот я, короче, теряю. Короче, вот теряю. Я это нафиг не буду. Так, типа, вот, короче, живу хорошо. И даже развиваюсь, конечно же. Кстати, вот, короче. А развиваюсь я реально так неплохо. То, что мне бы еще чуть-чуть печек, вот, ну и все, короче, отлично. Ну, короче. Вот, короче. Поэтому я же такой, вот, короче. Могу еще две печечки сделать, короче. И наполнить их углем. Чище, это прям вот дымба, короче. Ага, короче, еще печку тогда делаю. Тут, короче. Хотя вот вы такие, короче, зачем мне столько сундуков, короче? А, ну просто, короче, сундучки мне нужны, короче. Так, все, короче, давай. Так, вот, короче, третья печка. Так, давай, вот так, вот и третий уголь, короче, сюда кладу. Вот, ну, давайте, вот, короче, еще факела мне не нужны, поэтому я сейчас, короче, сложу все для меня самое пока что не полезное. Давай, вот так. А, ну, короче, блин, нужно же мне еще вот так, короче, вот,
Вот, короче. Мне бы еще, короче, делать бы вот мою фермочку, короче. Оу, щи, чувак. Ну ты прям такой прикольный, короче. Прикольненький у него, конечно, скин. Реально крутой. Так, короче, а что я хотел? Я даже не знаю, что я хотел. А я хотел ферму, похоже, сделать, короче. Так, давай, короче, вот две палочки, короче, сюда вот. Так, ну еще, короче, два булыжника. Так, вот, короче, бам-бам. И все, короче. Так, давай, все, короче. Вот, так, давай, короче. Так, вот, давай, короче, вот, все. О, вот и сам владелец мира, чувак. Привет. Так, ладно, ты, короче, иди. Короче. А я пока что, короче, вот. Короче. Вот, возьму себе, короче, вот какие-то семена. Вот, давай, короче. Вот, ну, короче. Так, вот, давай, короче. У меня сейчас, вот, короче, будет немножко семян. Вот, короче. Ну, в принципе, вот все. Давай вот так, короче. Немножко, короче, здесь нужно будет, короче, поработать. На фермочке потом, вот, короче. Ну, это в скором будет, уже так, короче. Короче. Вот нафиг, короче, ну и, блин, уж. Прям круто такой фермой. Так, погнали, короче. Все, короче, пускай растет. Блин, капец. Давай вот так. И вот на случай я вот так, короче, там... Короче, это нафиг. Вот, давайте вот все, погнали, короче. Вот, рубить, короче, это... Траву, короче. Чтобы получить семечки себе. Куда? Ох, да, ну нафиг, короче, вот у меня столько вот семян. Так, давай вот так, короче. Ух, щищ. Да, ну нафиг, короче. А, вот еще, короче, посадить сюда можно. Что-то так, давай, вот так, короче. Так, вот и моя ферма, давай, вот так. Все, теперь вообще, короче, нафиг, будет красиво. Ух-ух-ух. Да, отлично, вот все. Дальше ж можно это, короче. Делай это, короче. Вот. Делаешь это, короче, вот теперь, короче, у меня будет вот много чего. Ну, капец-то вообще, короче, жизнь. Конечно, видео по Minecraft Dungeons, ну, извините, просто я слишком люблю этого игрока. Потому что мне хоть с кем-то поиграть в Minecraft. Ну, я что, блин, не могу. Короче, я что, нафиг, блин... Короче, вот. У меня вот, короче, вот. Нет как-то вообще еды хоть какой-то. А, ну блин, не короче. Поэтому мне что-то придется это, короче. Так, вот, короче, вот. Подвигаться. Это хоть как-то. Кстати, ну, блин, у меня прям такое хорошее, короче, продвижение. Уже удочку на старте игры, короче, скрафтил. А удочка на старте, это не супер так плохо, короче. Это даже супер хорошо, удочка на старте, прям жесть. Особенно, если есть хорошее, короче, местечко для рыбалки, это прям вообще, короче, ух. Хорошо, короче.
Сдавай вот так, короче. Так, все, вот так. Давай, короче. Все, вот так, давай, короче. Хоть я, конечно, и играл в Minecraft Dungeons, ну и ничего. Потому что папа со мной уже резко в Minecraft играет, е-мое. Кто задохнулся в стене? Кто-то задохнулся в стене. Да-да-да, что у вас на книжевой смерти, пацаны? Так, ладно, вот, короче, я уже забрал, короче, треску. Вот можно, короче, на лодочке приезжать, короче, прям вот сюда. Так, вот, погнали, короче. Ух, вау, плащ, чувак, короче, что ты делаешь? А, ты ломаешь шерсть. У тебя в печке, ух, у тебя и так, короче. Дай тебе щетичку, бля, короче. На тебе 6 угля, короче, все. На тебе, держи, короче, все. Я, короче, тоже буду так же сам помогать новичкам, короче. Вот, типа вот так, короче. Вот, короче. А как он, типа, короче, вот. Вообще берет, да, короче, берет. Вот, короче, убирает ночь. Ты вообще, блин. Блин. Да, нафиг, короче, щищ. Пацаны, ну нафиг, короче. Я здесь уже выловил кучу себе, короче, рыбки. Вот теперь я вот могу, короче, жить. Все, короче, у меня нафиг. Да, конечно, что так, короче. Тогда будем делать пятку. А, что за файт, блин? О, щит, нет, блин. Да, ну, короче. Отлично, хоть этаж прошел. Так, погнали, короче. Все, давай, отлично. О! Сломанная пила. Ну давай вот это, короче. Чудо. Да нафиг, идеальный выбор. Да, блин. Да, ну нафиг, короче. Да, ну нафиг, короче. Сейчас босс. Сейчас схватка. Опять, но это же чудовище просто. Там щит. Ой, знаете, короче, да. Нет, это не лава, нет, не, закажи. На тебе, что? Ух, думала, короче, щищ. На, короче. Да, ну, чё, охраняйте. Все, я могу вырваться в битву. Сейчас последние несколько атак. Добить босса. И разбить тут шарики. И да, отлично. Да, ну нафиг, короче, блин. Щищ, ё-моё. Ну вообще, короче, было нафиг сложно и ещё в тот же момент легко. Дойдет, я думаю, вот такая, короче, дрочка. Да, ну нафиг, короче. Щищ. О, нет, только не котел. Щищ, мне котел помогли сейчас. Да, ну. Щищ.
башню, то это пипец. Давай, отлично, короче. Блин. Вот, ну короче, блин, пила, короче, вот слишком крутая, вот это мощь. Давай. Так, что еще за фигня? А, это типа, короче, дверь открыть можно. Ну я открыл, и чё? И чё? А, вот, короче, конец уровня. Офигея. Ну, блин. Ё-моё. Ты ещё сделаю, чувак. Это вообще еблан. Это же еблан, не снайпер. Она пахнет какой-то. Сейчас мы бзыком сдохнем. Да, почему он такой опасный? Щит, блин, увольнусь этого чувака. Давайте, короче, таксаны, щиты. Пчелки, атакуйте его. Да ну. Да это вообще жесть. Жопа полнейшая вообще. Погнали, короче. Это кто-то похоже, короче, на Бриза. Щищ. Ну реально, это кто-то такой Бриз. А, я опять пердеть решил. Нет, блин, еще раз, да, ну, короче. Ну, прям вот, вообще такой сложный, короче. Ну, только не ты, чувак. Нет, у меня только 10 стрел, да, короче, блин. Сейчас событие сражения с боссом. Оу, щит. Да, ну, ладно. От меня. Натик. Все-таки выстрел. Да, натик, короче. Опять срать решил, чувак. Ты офигел совсем. Да ну, короче, нафиг жесть полнейший. Натик, короче. Растворили. Ай, растворили стрела. Вот это, короче, моб, от которого отказались, да, то для данжа. Никакой моб вообще не будет. Короче, Minecraft Dungeons. Что придумали вообще, короче, разработчики? Добавили, конечно. Да нет, здесь, короче, только выбраны и есть еще те, которые реально было бы имбово, короче, данжен добавили. Ну еще, короче, для того, чтобы не было так скучно, короче. Хоть и Вардена нет, короче, хищный. Ну что, какие-то мобы, короче. А, Варден был типа самым противником, конечно, прикольно, да, ну нет. Да, ну нет. Потому что, блин, ну короче. Всех этих мобов вы уже типа видели, короче. А, ну блин. Еще, короче, это вообще, короче, данжен слишком красивый, так проще бесплатно, короче. Вот, короче. Какого-то Аканова призрака, короче, лучше будьте от него подальше, когда у него эта атака, короче, происходит. Короче, жесть какая она опасная, может вас тупо расстрелять, короче. За это стрелы чаще лучше на него, короче. Ну, еще вообще, короче, плохо. Ну, нужно реально идеально всыпать, короче. Вот лучше, конечно, вот этот имбоу. Вот видите, короче, вот это у него атака, вот она вот вообще, короче. Он делает какое-то, короче, говно, от которого так легче уклониться издалека. Ну, короче, когда уже на тебя, у тебя есть секунда, чтобы уклониться, вот, ну реально, короче, это не. Учитывая то, что ты его тогда ближним боем будешь убивать, короче. Животника подготовил второй. Да на тебе, короче.
Где он, Волтер, короче? Вот это его атака бесячая для меня пока что. Короче, в конце карты, конечно, очень удобно. Чищ, стреляет снова. Да что-то по типу бриза какого-то вызывает, короче. Так он еще огонь душ может вызывать, короче. Вот и все особенности этого типа бриза. Да, ну нафиг, короче. Поливает пули, вещищ. Нет, хорошо. С этим игроком, конечно же, Майнкрафт. Если он меня, короче, зовет играть в Майнкрафт, я, конечно, поиграю. Ну, это если я еще, короче, играю. Так, я, конечно, к нему, короче, подключился. Мухи! А, вот, это вот типа мой спаун, да, короче? А, типа, я, короче, могу всегда сохранить и выйти на кнопочку. Вот, ну. Короче, вот моя здесь позиция, вот, короче, это, короче, 7. И где 7? Где 7? Где 7, короче? Кстати, вот. Здесь все, типа, ребятки, вот, короче, обязаны ходить в хоть в чем-то, ну, из алмазной брони, конечно, типа. У вас такие, короче, правила. Чувак, держи, блин, вот так тебе. Знаете, вот еще топор, короче. Чуть-чуть, короче, деревце. Чуть-чуть тебе, короче, еды. Так, ну на тебе, вот так все, короче, это, да, нафиг. На старт все, ну я тебе, короче, все отдал. Так, ладно, погнали, короче. Прям ко мне домой, вот, а куда еще? Давай вот так, короче. Так, давай вот так, все, короче. Так, давай вот так, короче, блин. Так, давай вот так, короче. Так, короче, выкладываем кожу. Так, давай вот так. Так, сюда, короче, еще. Что сюда, короче? Так, вот, ну и вот сюда, короче, чуть-чуть. Так, вот так, пускай будет. Так, вот, давай, короче. Ну и вот сюда, короче, здесь 8 будет. Так, все, вот сюда давай, вот, короче, курятину. Так, вот сюда, вот, короче. Вот сюда, короче, баранину. Так, а сюда, короче, ничего не надо тогда. Давай, короче, собираем немножечко еды моей. Выложим удочку. Так, сюда, короче, факела вот. Ну вот, короче, выложим себе чуть-чуть вот угля. Выложим это яблоко, короче, нужно. Так, ну давай вот. А пока, короче, косточки мне нужны. Поэтому теперь я, короче, сделаю себе, короче, вот чуть-чуть костной муки. Вот, короче, пойду удобрять свой огородик. Сейчас по-прежнему не будет ночи, потому что он пишет day, как-то, типа, это день, наверное, в английском. Вот, ну и, короче, тогда вернется денечек обратно. Типа, все вот, вот так, вот, короче, будет, типа, короче, все вот бесконечно. Так что, давай, короче, я-то, короче, это нафиг мою... Не мой, да, блин. Да, ну нафиг. Да давай вот так, короче. Все, прям вот идеально. Так, прям все вот так идеально. Да,
Отворотной серии у нас быть не может, ребятки. Короче, это моя берлога. Смотрите, вот она такая, короче. Только я здесь, конечно, чуть-чуть зря, короче, делал, короче, обтесанную. Так, давай. Так, здесь, короче, блин, это... Так, здесь вот, вот и курица. Так, давай вот так. Так, вот еще, короче, щучку, вот баранину вот, положу сюда. Так, ну, давай, короче, вот все. Вот. Ну и дальше я вот, короче, вот пойду в шахту. Щищ, чувак. Что там на тебя? Да не мешай ты, блин, вообще нафиг. Чувак, блин, нафиг. У тебя свой сундук. ТПЖ, не трогай мой сундук, чувак, блин. Да короче, нафиг. Ты уже задолбал лазить в моем сундуке. Свой лут у тебя должен быть, нафиг. Так, что в печках, короче? Не отжал угля, короче? Вроде бы как-то ебланщик, короче, не отжал у меня угля. Да ну это вообще капец, блин. Да короче, блин, нафиг, жесть. Как же такие игроки вообще бесят? Так, давай, ладно, короче. Так, вот и еда, короче. Баранинка. Так, а где факела? Вот, короче, а вот где факела. А вот и где факела. Так, вот где факела, я уже разузнал. Где они у меня в инвентаре, поэтому давай. А, или нет, здесь... А, ну ладно, короче. А, вот типа, вот, короче, я убиваю здесь типа всех, вот, короче. Нет. Кого нет алмазного типа, короче. Да или нет, или вот этот добрый мир. Вот, ну ладно, вот, погнали. Вот. Так, вот, а где шахта, короче? Где шахта, где шахта, где шахта? А вот где шахта, ищи. Ладно, давай вот так, короче, все, отлично. Так, погнали, короче, все. А, вот ты кто. И вот, вот, кстати, и где, короче. Ага, здесь типа, вот, короче, здесь. Вот, короче, нафиг. Здесь куча игроков, короче, вот, есть. И типа, вот, вот, короче, блин, нафиг. Каждый может, короче, развиваться в этой шахте. То есть, вот, короче, каждый использует эту шахту, типа, вот, вот, блин, короче. Вот, типа, вот, короче, блин, нафиг. С помощью этой шахты, короче, можно развиваться, ну, вот, типа, классно, короче, для каждого. Ну, короче. Ну, ё-моё. Типа, вот, короче, вот, смотрите, ребятки, вот, короче, блин. Здесь же вот можно, вот, короче, кстати, короче, вот, короче, добыть себе кучу, там, например, железка, короче. Или там даже алмазики найти в идеале, или этой вонючей меди, короче. То есть, вот, 1.20 лучшая версия, нет, 1.21. Это самая лучшая версия игры Майнкрафт. Если же все бамбуковое, короче, все, бамбук обретает смысл. Все, теперь медь, она тоже обрела смысл. То есть, это вот так, короче. Это что, короче, нафиг, короче. Создавание и измерить чего-то там такого, короче. Ну, обидно, конечно, что нет медного там таза, короче. Вот. Ну, короче, нафиг. Майнкрафт игра слишком легкая, реально. Вот. У нас есть хоть и голод, но, блин, мы не должны бежать, чтобы налить себе попить, как в The Forest. Только там это еще сложнее, короче. Еще в Майнкрафте персонаж очень сильный, потому что он более, ну ё-моё,
может вот, короче, носить целый миллион килограмм. Ну и вот этим, короче, такой крутой персонаж в Майнкрафте. Даже из-за этого Стив такой популярный, потому что он мощнее, чем Лихачан. Так, давай вот. Погнали вот так. Ну, короче. Ну, нафиг, короче, щи еще. Да это вообще, короче, жесть, жопа вообще, короче, полнейшая. Ну, короче, прошелся, вот взял себе нужных ресурсов, вот так, короче, все, блин, нафиг. Жесть прям такая, короче, жесткая, вот, блин. А вроде бы как норм, ну и, блин, ё-моё, ё-моё, блин, да ну на тебе, да ну короче щит, да ну нас короче. Ладно, погнали короче, да будем вот себе короче вот чишечку угля вот короче. Да всего себе, вот я теперь вот могу, короче, добывать в этой шахте, короче. И вот здесь мне, вот, короче. Если вы увидели игрока вот этого какого-то, короче, Поки 9, вы его можете добавить в друзья, короче. Ну ведь, блин, ё-моё. Чёрт не могу, ё-моё, вот, короче. Это относительно добрый игрок, прям жесть, короче. Вот, он, вот, его товарищи или сам он, короче, вот. Ты получишь алмаз в начале. Должно быть, блин. Сначала ты будешь стесняться по использованию их, а потом уже поймешь, что... Ну, блин. Ну, ё-моё. Вот, короче. Ну, блин, чёрт, щищ. Ну, вообще, ГГ прям, вот, короче. Тебя вот никто вообще, короче, не убил. Короче, вот. Короче, за то, что ты, типа, вот, короче... Из чужих алмазов сделал броню, короче. Это типа, вот все так вот, короче, вот могут. Ну и более не мать вообще. Короче, прям вот это, короче, круто, вот, короче. Из-за этого мне прям вот так нравится, короче, с этим игроком играть. Ну и более не мать вообще. Короче, вот. Даже не знаю, как, вот, короче, ну, блин, на лайфботе, короче, вот мы, вот, нет, я сам играл, короче, ну, меня сам кто-то добавил в друзья, короче, вот, типа, ну, ё-моё, ну, блин, типа, вот, короче, нафиг, ну, блин, не мой, типа, вот, короче, нафиг, вуф, у меня вообще вот такой, типа, короче, крутой скинчик, вообще, короче, решил меня добавить, короче, в друзья, вот, короче, и потом вот это все, короче, говно. Все, короче. Когда он меня принял, я уже понял, блин, Миша, реально, короче, как-то прикольно, короче. Типа, короче, да, ну нафиг жесть имба, ё-моё. Ну и типа вот так, короче. Так, ладно, вот я, короче, сейчас выложу все ненужное, короче, для меня. Вот. И вот, короче, погнали вот переплавлять, короче, моё железко. О, чувак, привет! Блин. Ну можно, в принципе, вот и вот, короче, это нафиг не может. Да ему. Да, блин, не может. Вот, короче. Пойти, короче, вот. Нам вот. Ну, да, нафиг, короче. Я кое-что, короче, хотел построить на мою базу для прикола. Я придумал. Я эту идею даже. Можно, короче, сделать. Так, ладно, вот, ну, пока что давай. Такс, вот, давай, такс. А вот железочка, давай, короче. Все мои... 18 литочков. Ту-ту-ту-ту-ту. А, слушай. Анусус, анусус.
может, это вот видео, короче, мемное про зомби. Может быть, оно было мемное в какое-то время. Ну, блин, блин, прям такой зомби. И там, типа, зомби танцевал. Типа, в честь того, что это реально. Все вот так, короче. Так, все вот, вот, короче, прям вот так имба. Ну, короче, нафиг. Шишечку, конечно, блин, мой шарик, нечестно, вот, короче. Почему меня пытаются своровать? Все, и даже железка смогли своровать. Вообще капец. Ну, короче, ну, короче, жесть, нафиг. Мне вот железка пока что побольше, хоть так, короче. Потом я могу, вот, короче, держать у себя, короче, это все железка. Вот, ну, типа, короче, круто, вот. Сейчас я вот, короче, это нафиг... Да, ему же... Вот, короче. Теперь вот я, короче, хочу пойти вот в ад, короче. Потому что, ну, короче, ну, ему... Ну, блин, короче. Мне бы-то, короче, вот, короче, в ад. А, ну, блин, ну, что, капец же, вот, короче. Так, сюда, короче, одно необработанное и одно необработанное сюда, ё-моё. А здесь уже, короче, вот. Пускай, короче, вот. А вот мои три штучки. Вот мои две штучки. Вот штучка. И вот она, штучка-железка. Вот так все, короче. Теперь же вот я что-то... Я что-то, короче, нафиг. Должен же... Так, короче, вот, короче. То нафиг им... Нафиг ему его. Вот, короче. Теперь я, короче, погнал. Капец. Вот, жесть. В ад, нафиг в ад, блин. Ну перед этим в чаровальню. Конечно же, в чаровальню, блин. Ну, блин. Так, а это еще что, короче, за новая база? Вообще непонятно. Что это вообще за фигня? А, ну, а, да ну. Прикольно, короче. Видите, вот, короче, ребятки, вот у них там вот портал в ад, короче, построен. Ух, это пипец. Так, здесь, короче, точно, здесь ничего, короче, нет, и никто, похоже, не будет ложить, короче. Ну, а давай я, короче, вот, короче, мне это нафиг, да, ё-моё, ну, боже, так, вот, короче, создам у себя, короче, новый скин. Не, давай вот я, вот я что-то, короче, я буду вот, короче. Так, вот давай вот, короче. Это как это, с Соником, короче, надеваю. Так, вот, ну давай еще вот, короче, сюда вот еще, короче, алмазную корону вот. Вот, короче, перчаточек нет, буф нет, предметы для лица. Да короче, блин, нафиг, жесть. Ну, тогда волосы давай, короче.
А где чаровальня? Щищ, блин. Да ну ё-моё, да короче, нафиг. Ну кто-то же был зачарен, я тоже, кстати, короче, я видела, стол зачарований. Да ну блин, это капец, короче. Вот главное, чтобы мне вообще что, короче, не подворовывали еду, короче. Погнали со мной в ад. Пацаны, кто со мной в Незер, тот со мной. А если чё, мне не супер, короче, хочется одному идти в Незер. Так, вот, а это, короче, наверху чё? Так, ну я, короче, погнал. Так, ну погнали, короче, вот. Так, ну это, так, вот, так, короче, первый какой-то, блин, островок странно, короче, какой-то. Ну, блин. Реально, короче, красивый, блин. Ага, это у нас, короче... Я понял, это у нас, короче... Все, это дерево добыть? Я понял. Капец, у них здесь вообще жесть полная, короче. У них летающий остров, короче, блин. Супер красиво, что, блин, пипец, как круто. А что еще, блин, круто? Вот. Так это, блин, ё-моё, надо бы сейчас, короче, блин, нафиг, щит, очень круто. Ага, это, короче, дом самого главного чувачка. Ага, я, короче, понял. А где чаровальня, пацаны? Где Назар, его и так, короче, хорошо видно. Ну, капец, короче. Ну, короче... Почему вообще? 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 Почему вообще
Ну, конечно.
ты вот, блин. Ковщиков в аду, вау, никогда не прыгайте в лаву. Это вот, ну нет. Нет, блин, эндерменчик. Ладно, теперь я создам вообще красивый блок. Почему это так не выгодно, ё-моё? Пацаны, короче, погляните, что у меня есть. Классовый блок. Вот дугум. Братан, смотри, у меня кварцевые блоки. Чувак. Ну ладно, давай. Вообще на меня, короче, обязательно. Тогда вот вообще сам, короче, пойду. Жесть. Вообще они вечно, короче, какие-то странные. Вечно они вообще не смотрят на то, что у меня может быть такого прикольного. Ладно, погнали. Полезу сам, короче, в этот мир опасности. Ну, полон ресурсов. Это шахта. Погнали, короче. Добывать, короче, все. Тут, короче, есть крутого. Как-то не так. Погнали, короче. Тут куча. Погнали, короче, все. Отлично. Что у меня? Ух да, ну нафиг, короче, мой первый стол. Ух. Щищ, ну это вообще не знаю. Давай, погнали, короче. Сюда, ну нафиг, короче, мужчина. Да, ну нафиг. Не боль, да меня. Прям вот круто вот так. Прям. Жестко. Круто. Алмазы! Алмазы! Ё-моё! Да ну нафиг, блин, вообще. Щит! У меня алмазы, блин, пацаны, щит! Да ну нафиг, короче, погнали! Давай, короче, да нафиг, щит, блин. Я хоть, короче, конечно, это, блин. Хотел бы это, короче, я больше вообще хотел бы дальше. Чтобы у меня, короче, неудача была от этих карточек. Вот, короче, ну, меня не разрушалось. Потому что, короче, не будем. Ну вообще, короче, не видел чары вообще такие. Ладно, погнали. Так прям. Прям вот так круто. Жесть. Ух. О, щит, да нафиг, короче. О, ес! Ух, щит! Ну, алмазы, блин! Мое золото, блин! Щит, алмазы, опять! Снова, реально круто, короче! Да, ну нафиг, короче, пацаны. Щищ, ну я сейчас вот уже стану, короче, везучим шахтером, пацаны, короче. Они как вообще, короче.
У меня здесь алмаз. Вау, блин. Аж уже 4 штуки, короче. Я в тот момент. Всякого там говна я стуфа. Ну, блин. Я обкакался почти. То, которое было стрёмно, вообще точно. Кстати. Даже два. По поводу моба скелет. Кстати, вот, короче, вы тоже вот подумали об этом мобе. Тоже вот, короче, как и я. Вот это у него, короче, аватарчик, блин. Из игры Redfall. Кстати, кто не шарит, можете попробовать. Пусть я не пробовал, конечно. Но, блин. Я думаю, вот, лучше не играть, типа. Короче, в Redfall. Он какой-то слишком сложный, наверняка, блин. Насрать, на чем вы будете пробовать. Можно даже на компьютерке не выделывать. Ну вот, там, кто же вообще, короче? Кстати, короче, вот в Steam есть Redfall тоже, кстати, короче. Я, конечно, вот не знаю, вышел у него релиз или нет, но должно быть, да, конечно, я думаю. Ну, я его уже видел, короче, 2023 года, короче. Секретный наблюдатель. Секретный наблюдатель. Первый я. Thank you.
Ладно, погнали, вот, короче. Вот, кстати, короче. Кстати, вот, ну, короче, ребятки, блин. Жесть, капец, короче. Кстати, вот, короче. Если вот меня снова выпнет, короче, из этого, короче, режимчика, я вот потом, короче, вот опять буду в Майнкрафт даже собирать. Вот, ай, да, ну, нас, короче, щит, блин. У меня щит вообще... Что, короче, ни в какое, какие хорошие новости. Я ж так, вот, короче, нафиг ее. Да нафиг ему ее выпущу, короче. Короче, могу, короче, ходить уже в золотом всем. Так, ну ладно, короче. Ладно, не всем, я бы сказала. Хочешь в чем-то золотом, короче. Так, погнали, короче. 5 слитков есть. Вот еще 4 сличка вот здесь, короче. Жесть, вау, блин, щищ. Ух, оу, щит, да ну нафиг, короче. Так, ладно, пускай здесь, короче, 8 штучек будет. Так, отлично, вот это, короче, железка. Железочка, короче. Так, вот еще, короче, щиточка золота. А что из этого золота вообще, короче, сделать можно? Так, что сделать можно, короче? А, ну, блин. Щит, да, ну нафиг, давай, отлично. Ура, да, ну нафиг, короче. Ес, да, ну нафиг, наконец-то у меня вообще, короче, щит будет. Так, кстати, короче, железные ботинки. Нет, хотя пускай у меня, короче, эти железные ботинки будут. Вот, короче, железо. Железо. Ух. Как же мне вообще, ребятки, вот, короче, вот, must have на вообще, короче, копится железо. Так, погнали, короче. Без никаких ферм, вот, я уже вообще, ребятки, вот, короче, вот, накопил себе вообще кучу железа. Кучу железа. Пу-пу-пу. Как мне вообще, короче, укрываться щитом, если не использовать садиться, короче? Ну, щит реально ж, короче. Так, вот, короче, еще один железный слиточек. Ну, щищ. Вот, короче. Почему этот сундук открытый? Вот. Почему вот, вот, кстати. Кстати, короче. Почему в этих сундуках вообще, короче, нафиг? Как падение в бездну вообще реально, короче. Жесть. Хоть звезды бы уже нарисовали. Реально. Щищ, ну блин. Ну, короче. Блин, мой. А, ребятки, вот реально, это, короче, сложненький челлендж, короче. С этим багом вот можно вообще, короче, челлендж придумать. Или вот, короче, такую типа загадочку, короче. Вот, короче. Короче, вот, голова, короче, чуть-чуть вверх, и уже на минималках вообще, вот, короче. Вот. Ты такой думаешь, вообще, типа, вот такой, вот, типа, вот такой, вот, короче. Нет, жесть, все, короче, жопа. А в каком сундуке этот игрок лутается? В верхнем или в нижнем? Ну это типа вообще, короче, жесть, блин, нафиг. Имбалансный челлендж. А, точно, реально, ребятки, вот, короче. Вот я сейчас, короче, себе реально вот скрафтишь. Скрафтить же нужно, короче, топорик железный. Не топорик железный, а меч. Потому что я уже устал драться топором, который слишком слабый, ё-моё. Чувак, ты оборзел совсем, что ли, нафиг? Жесть, нафиг. Ты мне еще колодец построил, нафиг, жесть. То есть перестроил, блин.
тонущий, блин. Реально, короче, нафиг, жесть. Почему мне такой крыш построили, пацаны? Реально, что выглядит странно, короче, да. Вообще жесть, пацаны, ну это не смехотуха, вообще реально, короче, жесть. Так, ладно, погнали, короче. Закрафтить меч нужно сейчас, вот, короче, железненько. Так, вот, ну все, ребятки, ну, короче. Вот, короче, вот. Вот, смотрите. Короче, вот, кстати, вот, короче. У меня есть, короче, вот 4 алматика, это прям вообще успех, короче. Вот в шахте я был, короче. А что вообще, короче, обидно. Почему здесь у меня вообще ничего нет? Короче, вот уже не вообще, вот, короче, дали так мало. Да, кстати, вот, короче, здесь я сам развивался. А, деревянные кирпичи. Вот почти не зарисовые кирпичи. То есть, да, почти не зарисовые кирпичи. Да, алмазные. Ну, пока что я и железный, короче. Вообще-то, да, короче, нафиг. Да, нафиг. Да, кстати, вот, короче. У меня вот щитом, короче, вот проблем не будет ни с чем, ё-моё. О, щит, ё-моё. Ух, да, ну нафиг, короче. Ух. Ух, о, щит, да, ну нафиг, короче. Кстати, ребятки, вот, короче, вот. У меня есть один вопросик по поводу, короче, книжек зачарования. Короче, откуда у жителя вот библиотекаря вообще, короче, это нафиг, вообще, блин, короче, может взяться, вот, короче, блин. Не, короче, зачарование. Вот. Свинчики, у меня ничего такого нет, короче. Я не подозрительный теперь для свинчиков. Ведь, короче, нафиг. А, это не эндермен, блин. Ну, короче, нафиг. А что мне теперь делать в аду, короче? Ничего, нафиг. Даже эндермена не смог убить. Тупо эндермена, короче. Ладно, погнали, короче. Можно и другие бархатные тяги примерить. Даже не примерить, а надеть, короче. Есть, у меня новые бархатные тяги. Ух, какой-то новичок, короче. Как ты вообще так делаешь, короче, чувак? Ладно, короче. Мне нужно вот теперь выложить, короче, вот все свои ресурсы, вот, короче. Ну ладно, погнали, вот, короче. Выложить это надо, короче. Медь не нужна. Туф не нужен. Не нужны, гранит не понадобится. Да умы. В принципе, все. Короче, давай. Можно.
можно вот будет только пожарить, короче, себе совсем чуть-чуть еды, короче. Вот, ну и все, короче. Ага, вот сюда, короче. Так что вот я теперь, короче, почти весь едой. Так что вот это прям вот и отлично. Здесь, короче, вот у меня скоро супчики будут. А если скоро супчики, это хорошо. Да ух, да ну нафиг, ребятки, короче. Столько вообще, короче, предметиков могу перепламить теперь, короче, жесть. Так, вот сюда, короче. Это, короче, баранину. Так, погнали вот так. Да ну нафиг, короче, щи еще у меня столько свинины накопилось. Прям реально много свинины накопилось. Давай здесь вообще не... Вообще... Не осталось почти угля, так что, ну ладно, давай, короче. Так, пошли, вот, короче. Так, я даже не знаю, короче, что мне вообще надо. Ладно, короче, погнали, блин. Да ну нафиг, короче, щищ. Вот, ну, короче. Мне вот им очень нравится, короче, вот, значит, под землей жить. Ну, ё-моё. Ну, блин, ну, это реально, ну, реально ж, короче, жесть. Ну, прикольно ж так вот, короче. Ну, блин. Ну, ведь это вообще прикольно так, короче. А, вот этот нубик, короче. Вот где живет этот нубас, короче, построил себе какую-то говно, короче. Эй, жесть вообще. Ему типа здесь вообще кайфово, короче. Ладно, выпускай нубы, короче, живут где хотят. Ну, лично я займусь своим огородом. Соберу отсюда вообще чуть-чуть пшеницы, да. Конечно же, короче. Так, вот, вот и вся моя пшеница. Так, вот, прям вообще, короче, много чего у меня выросло теперь. Вот. На огороде, короче. Ну, фишка, это вообще ГГ, короче. Нафиг, блин, жесть. Точно? Да, нафиг, короче. Погнали, короче. Так, короче. Кстати, вот, короче. Здесь можно жить, короче. И даже вот, кстати, вот здесь это, короче, можно вот. Кстати, вот, короче. Здесь можно вообще, короче, классно, блин, наблюдать за миром. Кстати, вообще. Кстати, реально, короче. Жесть, это ж вообще круто. Также можно вообще увидеть жесть. Все, да, нафиг, короче. Ну ладно, короче, давай, блин. Чем же заняться теперь? Вот, блин, ну ё-моё. Так хочется дом построить, ну капец, это ж вообще. Нужно вообще столько ресурсов, ну а блин, крыша вообще меня бесить, короче, будет. Ну ведь, блин, у меня уже дом. Хотя, ну вообще, короче, блин, нафиг, смотрю на хату всех чуваков и вообще, блин, ну, короче, блин, нафиг, жесть, блин, ну, ё-моё, все прям хаты так вообще, короче, выглядят красиво. Ладно, я вот я пожру, короче, вот. Сейчас, вот, короче, вот возьму все свои, короче, вот, инструменты, вот, короче. Точно, короче. Thank you.
Чего, чувак? Классно было, чувак. Реально же. Ну ладно, я погнал отсюда, блин. Чувак, Стив! У меня же еще есть этот, короче, блок. То есть не блок, а, короче, не блок. А, короче, редстоун, блин, деревянные доски. Блин. Реально, чувак, давай, короче, под землю зарубимся, там будем это, таким, короче, заниматься, вот этот, короче, музончик делает, чувак. Так нас вообще, короче, вообще никто знать вообще не будет, короче. А вот, вот еще, блин, в тот момент вообще, блин, пипец. Вообще пипец, вот, блин, черт. Короче, свалим, блин, куда-то, короче, подальше с этим же блоком. Например, в лесу, реально, чувак, короче. Да нужно будет возвращаться будем с чуваком. Реально, прикол, короче. А это еще. А, это все килы. Каких-то там ебланчиков. Или там, типа, кто-то, короче, там задохнулся в стене. Щит, блин, не могу. Реально, короче, прикольно у вас, конечно, получается. Вообще, короче, как это строите вообще, ну реально смешно, короче. Выглядит, конечно, кринжово, ну, короче. Ну, короче, нафиг жесть. Вообще прикольно выглядят их штучки вот эти. Ладно, давай, короче, пожертвую одним факелом ради того, что хотел игрок какой-то, короче. Нате, короче, скелет. О, да он, короче, ухщищ. Yes. Чувак, короче, смотри, какие классные выгляжу так. Когда, короче, с лука. Щит. Думаю. Ага, это типа, короче, всякие вот эти фигни, короче, здесь есть. Ну, реально круто, короче.
издеваетесь, блин. Зачем уже есть шахта? Ну пускай они вообще сами там, короче. Отвали ты, короче, чувак. Что вы делаете нафиг? Ваше говно мне здесь не надо. Щит, блин, короче, нашли, типа, вот, короче, вообще. На тебе нафиг, говно собачье ты. Нечего было меня килить вообще. Да короче, нафиг, они все издеваются, блин. Вообще, блин, короче, оборзевший, капец, жесть. Реально, ребятки, ну согласны вообще, короче. Все залезли, втрахнулись в мой дом, вообще жесть. Это вообще, короче, странно. Темно-серый, короче, оставим. Хотя пофиг, короче. Делаю скин какого-то типа бойца, короче. Кстати, реально, короче, нафиг жесть. Так, вот, нет, это вообще ж, короче, похоже вообще, блин, короче, на какую-то красную сосиску, так, блин, реально вообще, короче, красиво выглядит. Прям вот такой, прям вот крутой, прикольный такой скин, прям реально, да, ребятки, прям такой, круто, так славит, погнали, вот, короче. Так же бесит уже свои же, блин, вообще.